Примерно в 4-5 часов я заканчиваю с учебой, и именно с этого момента я могу уже начать заниматься своими делами и начать свою вечернюю рутину. А еще я недавно начала делать значок. У меня очень много фетра, довольно-таки разных цветов. И я решила, куда же это использовать. И увидела очень милые делают значки. Решила попробовать делать тоже. И вот моя первая работа, которую я еще не сделала до конца. Пока что только вырезала сами детали. Вот, это будет кошечка в шапочке лягушки. Мне кажется, выглядеть будет очень классно. Сейчас вот как раз занималась подбором нитей. Вот, подобрала все. Сейчас буду творить. Каждый день я обязательно иду на прогулку, чтобы выйти на свежий воздух. Это еще один вид для меня отдыха. Сегодня я решила устроить настоящий спа-день и приготовила ванну. А еще я недавно была в магазине «Смена» и заметила с собой то, что обычно книги я выбираю по рекомендациям, а не сама нахожу их в магазинах. Хотелось бы показать свой вечерний уход за кожей. Я использую вот такую вот мицеллярную воду от Bioderma. А также использую вот такой вот крем CeraVe. Мне он очень нравится, он хорошо питает. И в принципе я им очень довольна. Луна, ты в своем дупле? Ты в своем дупле? Да, ты в своем дупле, Сонечка. У меня есть вот такая вот штучка, черепашка, у которой звездное небо разными цветами. Там есть синий, зеленый, оранжевый. И вот мне очень нравится вот этот вот синий. Мне нравится его включать вечером. Просто посмотрите, как это все красиво выглядит. Это не передает всю красоту. Но в общем, у тебя весь потолок в этих звездах. В общем, очень красиво. В принципе, вот так проходит мой вечер. Всем спасибо большое за просмотр и всем до скорой встречи.